Тюмени прошла презентация авторского проекта «Опера». Это два уникальных дома, которые располагаются на берегу озера Алибашевского. Гости смогли окунуться в атмосферу, которая будет царить в жилом комплексе. Все подробности у Карины Закирьяновой. Маленький уголок Санкт-Петербурга в Тюмени – это выставка, которая открылась в строящемся доме авторского квартала «Опера». Он расположен в 5-м Заречном микрорайоне на берегу озера Алибашевского. Чтобы наши гости смогли проникнуться той концепцией, которой мы вдохновлялись, создавая этот авторский проект, а вдохновлялись мы архитектурой Санкт-Петербурга. Потому в основном на выставке представлены картины художника из северной столицы Дмитрия Ермолова. Он почетный член Союза художников Санкт-Петербурга. Все полотна предоставила галерист Альбина Харитонова. Меня приглашали не раз на такие выставки, но как-то не сложилось. Мне не захотелось тогда участвовать. А в этот раз, зная компанию и зная, как они строят, какое качество, я решила, что здесь уместно будет. После гости отправились на экскурсию по демоэтажу. Это разрисованные квартиры, чтобы каждый мог прочувствовать свой сценарий жизни в авторском квартале «Опера», который состоит из двух домов. Моцарт и Чайковский расположены напротив друг друга. В проекте также предусмотрены подземный паркинг. Каждый жилец может подняться непосредственно от своего автомобиля прямиком в квартиру. Также на -1 этаже расположатся кладовые. В доме Чайковский все лоджии будут теплые. Высота потолков почти 3 метра. В закрытом дворе предусмотрены спортивные площадки и игровые для детей всех возрастов. Дома с каскадной переменной этажностью от 6 до 15 этажей. Карина Закирьянова, Евгений Проскуряков, Тюменская служба новостей.